Это все конкретно. Да. Мы сейчас выехали на местность, посмотрели территорию. Да. Ну, да. Конкретно мы, смотрите, вот это вот все до леса, все луки, вот это вот пашнина, это все земли наши коммунальные собственности, о чем сейчас идет речь. Мы подали документы на резервирование этих участков. Сергей Владимирович сегодня сказал нам, что нам откажут по формальному признаку. Ну, не суть. Тут как бы мы еще... Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что вот эти вот земли все, в принципе, есть уже землями, которые входят в планируемые заповедники. Если мы сейчас здесь переравняем, естественно, тракторами, снимем радючий шар весь, а в звіті ОВД прописано, що при прокладанні дороги буде знятий радючий шар. Встановлення радючого шара не лежить на суб'єкті господарювання. Растительність встановлюється місцевим советом. У мене питання, як ми будемо встановлювати, извините, краснокнижні растения? Крім того, факт краснокнижних